всех любителей кино. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Мы со Снегурочкой тоже поздравляем зрителей с Новым годом и наступающим Рождеством. Желаем здоровья и новых ярких впечатлений. Что же смогут посмотреть зрители накануне Рождества? Рекомендую вам посмотреть картину Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Эта картина должна понравиться любителям фэнтези. Я считаю, что это лучшая экранизация Николая Васильевича Гоголя. Смотрите и делитесь своими впечатлениями в комментариях под этой записью. А я бы, друзья, посоветовала вам чудесную историю любви, фильм «Чародеи» режиссера Константина Бромберга. Он создан по роману братьев Стругацких. Премьера состоялась 31 декабря 1982 года, но многие и по сей день очень любят данную картину. В Рождество хочется верить в чудо. Именно о таком зимнем чуде рассказывает картина «Млечный путь». Очень добрый и трогательный фильм о том, что любовь и семью можно и нужно сохранять в любой критической ситуации. Картина только выиграла от того, что в главных ролях снялись известные актеры Сергей Безруков и Марина Александрова. Сегодня вместе с Дедом Морозом и со Снегурочкой мы рассказали вам о добром новогоднем и рождественском кино. Смотрите интересные картины и пишите нам в комментариях свои впечатления о них. Самым активным зрителям, которые сделают репост этого ролика и напишут свой отзыв о любом фильме, который посмотрели в январе, достанутся сувениры от ретро-кинотеатра «Майский». До свидания! До новых встреч!